Распоряжение Роспотребнадзора на территории Иркутской области будет действовать до тех пор, пока пандемия не пойдет на спад. Об этом сегодня рассказал Геннадий Терехов, начальник управления губернатора и правительства при Ангаре по правоохранительной работе. До какого времени? Трудно сказать этим специалистам. Но это будет, естественно, связано от того, как будет дальше складываться ситуация. До того, как мы поймем, что пошел опять сезонно, пошел на спад, ну тогда, возможно, будет принято решение о том, какие-то послабления. Сейчас вот и губернатор также, требуя неукоснительного соблюдения всех этих правил, он старается все-таки не трогать бизнес. Количество заболевших COVID-19 увеличивается с каждым днем. За последние сутки в регионе зафиксировано 228 новых случаев. И это при том, что многие не могут дождаться результатов анализа на коронавирус из-за загруженности лабораторий. А жители региона жалуются на то, что больницы начали отменять плановые операции. Причина все та же – высокие темпы распространения коронавируса.